А на трассе М-53 сегодня утром произошла массовая авария. В районе места на глубоком обходе столкнулись 7 автомобилей. По предварительным данным, это произошло из-за несоблюдения дистанции и скоростного режима. Очевидцы говорят, всему виной сильный туман, который поднялся утром. Подробности ДТП сейчас устанавливаются. По данным ГИБДД, пострадавших нет. Сейчас на месте работают сотрудники госавтоинспекции. Отмечу, столкнувшиеся машины перекрыли одну из полос движения. Учитывайте эту информацию.